Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog TV. Меня зовут Вика, и я нахожусь в Пало-Альто, в центре Кремниевой долины, а позади меня находится офис компании Критея. Сюда приехала я не просто так. Здесь у меня назначена встреча с Катей Вебер. Она работает в этой компании программ-менеджером. И в Москве она работала в компании Яндекс целых 8 лет. Мы поговорим о том, как проходили ее поиски работы в Кремниевой долине и насколько ей помогало имя известной IT-компании в России Яндекс здесь при поисках работы. Давай начнем по традиции с твоего образования. Расскажи, где ты училась? Я училась в Москве, в МГУ, я закончила мехмат, куда я переехала из своего родного Новороссийска. Ну и после мехмата, собственно, как большинство моих однокурсников, там и осталась, в Москве. Ну ты так скромно рассказала, в МГУ, на мехмате. Многие мечтают там учиться. Естественно, если поступать, ну почему бы не попробовать в лучшие вузы? Если не получится, то можно потом в другие. Вот, и поэтому все, как обычно, начинали вот с первой там пятерки этих вузов. Вот у меня это был МГУ. И почему мехмат? Ответ был простой, потому что там не надо было сдавать физику. То есть там нужно было сдавать математику письменно, устно и сочинение. Ну, в общем, это все, что я знала. Вот. И я поступила с первого раза на свою голову и потом начала учиться. Но учиться мне было, конечно, тяжело, потому что это в своем Новороссийске я была там отличница, золотая медалистка, а на мехмате нас таких отличниц было половина курса. Да. Вот. И, естественно, когда ты привык быть что выше среднего, очень сложно было привыкать к тому, что ты тебе до среднего еще дотягиваться надо. У тебя в LinkedIn написано первая твоя специальность, специалист, IT-специалист. IT-специалист, да. Что это значит? Почему ты сразу вот так вот попала в IT? Это был осознанный выбор? Нет, это не был осознанный выбор. Тем более, что, ну, это сейчас сложно представить, но в наши годы с компьютерами все было очень туго. И когда, вот я там помню, училась на третьем курсе, у нас на этаж в общежитии, там на 120 человек, было два компьютера. Ну, то есть у двух людей были компьютеры. Соответственно, хотеть войти было сложно, потому что это было очень абстрактное какое-то понятие. И поэтому войти тогда попадали либо люди, у которых прям было призвание, да, которые программировали там, потому что у них был компьютер, или которые очень хотели и находили там возможность. Либо, как я, случайно. Вот. Ну, то есть там была какая-то вакансия для начинающего человека. Мехмат — это, естественно, имя, да, и, да. Ну, вроде как, если человек мехмат закончил, ну, наверное, разберется. Вот. И так я попала вот на свою первую работу. Это было Министерство атомной энергии. Ух ты! Вот, да. Но а какие были обязанности у тебя, как у IT-специалиста? Ну, это было не совсем министерство, это было подведомственное предприятие, которое занималось автоматизацией всяческой. Ну, вот у нас там был проект, мы автоматизировали документы, документооборот электронный, то есть там же у них, ну, представь, министерство, да, там дядечки, тетечки, все на бумажках, да. Все указы, приказы печатают на печатных машинках, ну, потом компьютеры, но все равно. И это же надо как-то автоматизировать. Вот мы автоматизировали документооборот сначала, потом автоматизировали какой-то модуль в отделе кадров. Ну, в общем, нужно было, соответственно, ну, от начала там проекта до конца, от внедрения до обучения. Ну, и вот я там первые годы изучала компьютер в бою. Да. Ну, вот, казалось бы, ты, значит, случайно попала в IT. Почему ты не пошла в программирование? Что было бы вполне логично. Ну, на момент, когда я попала на свою первую работу, там программирования как такового не было. Мы внедряли существующие продукты. Ну, в случае с документооборотом это был Lotus Notus, потом мы внедряли Oracle. Вот. И это был такой внедренческий опыт, и программистов как таковых, которые какой-то софтвер делают, имплементируют, там не было. Ну, то есть у меня не было никаких на тот момент вариантов. Вот. Ну, а потом совершенно случайно
в моей жизни случился Яндекс, куда меня позвали попробоваться на вакансию, тогда она называлась менеджер-аналитик. В Яндексе было очень много программистов, очень сильных, да, и не очень понятно было, как им помочь связать все, что происходит, потому что программисты, ну, не все, конечно, но многие, они не сильно любят разговаривать с людьми и с друг с другом, им вот дайте мне мой компьютер, скажите, что делать, или лучше вообще не говорить, что делать, я сам придумаю. Вот, и тогда нас вот нанимали, вот этих менеджеров-аналитиков, чтобы связать вот все это в единое целое. Ну вот твоя должность, по крайней мере, опять же, возвращаясь к LinkedIn, она звучит как продукт и программ-менеджер в Яндексе. Обычно я слышу отдельно, программ-менеджер бывает, бывает продукт-менеджер. Можешь немножко вот объяснить, что значат эти понятия? Да. Ну, то есть на тот момент, когда я пришла в Яндекс, никакого разделения на продуктов, у нас это называлось продукты и проджекты, не было. Был менеджер, который порой был и аналитик, и продакт, и проджект, ну, он же программ, ну, потому что проджект и программ — это примерно одно и то же. Вот. Это был человек, который не программист, который, возможно, когда-то писал код, но не обязательно, который был в состоянии общаться с разработчиками, понимать, о чем они говорят, и как-то помогать им, в общем, планировать и идти всем вместе в светлое будущее. Вот. Потом, когда я уже практически уже уходила, там началось разделение в некоторых департаментах на продуктов и проджектов, тогда называлось. Вот. То есть продукты, они концентрировались на том, они концентрировались на Product Vision, что называется, что мы глобально делаем, как нам заработать денег или аудиторию, грубо говоря. А проекты, они фокусировались больше на каких-то тактических задачах, то есть продукт тебе принес план, ну а вот теперь давайте этот план свяжем, в общем, с нашими реалиями, поймем вообще, насколько он возможен, если невозможен, то как его нужно переделать, чтобы он стал возможен. Вот, понять, что у нас есть для того, чтобы его реализовать, ну и так далее, и так далее. Ну и вот эти ежедневная рутина, связанная там с планированием, с разрешением каких-то там конфликтов и так далее, и так далее. Да. И вот по поводу твоего проекта, над чем ты работала? Первые годы я работала, занималась контент-системой, ну это, по сути, поисковая база, то есть чтобы поиск, чтобы искать в Яндексе, нужно сделать базу документов, по которой мы будем искать. Вот. Потом там вторая часть, такая большая, мы занимались, так называемый, свежий поиск. Это про что? Это когда какие-то запросы, мы их назвали свежие запросы, да, новостные запросы, или, в общем, где тебе нужно отвечать не какими-то документами, которым там 3 года, вот, а какими-то актуальными документами, которые вот только что возникли. Ну, например, я не знаю, кто-нибудь там женился, вот, и когда Киркоров женился, вот, и когда в обычный день, когда Киркоров не женился, да, пользователь вводит Филипп Киркоров, и он там ожидает, ну что там, страничку Википедии, там, какой-то его сайт и так далее, и так далее. А в те дни, когда он женился, ну, никому страничка Википедии, конечно, не интересна. И всем интересны последние новости, фотографии, видео, там, что угодно. Вот. И это такой отдельный был большой кусок работы, потому что по умолчанию система, конечно, не умела так подстраиваться под нужды пользователей. Потом я вот пару лет, наверное, работала в Яндекс.Картах, где мы делали геопоиск, собственно, поиск по картам. Вот, поиск организаций или поиск адресов. Вот, но, в принципе, сфера ответственности, она плюс-минус была всегда одинаковая. Так как продуктов у нас не было, моя ответственность была поговорить со всеми, с тем, с кем надо поговорить, чтобы понять, что мы делаем. Ну, то есть я могла какие-то свои идеи приносить. Если нет идей, ну, значит, пойди поговори с теми, у кого есть идеи. Вот. Нам нужно потом все это запланировать, как-то понять, сколько мы успеваем сделать. У нас было квартальное планирование обычно. И потом в течение квартала
Ты, в общем, занимался тем, что пытался, что называется, get things done. А сколько лет ты проработала в Яндексе? 8 лет где-то. 8 лет. Ну, естественно, за этот период ты проводила собеседование с кандидатами, правильно? Да. Ну, расскажи о том, как это было устроено вот в Яндексе непосредственно. Тогда это было несколько часов, когда несколько сотрудников, которые были заинтересованы в кандидате, то есть у нас не было такого найма в пул, как здесь, да, когда тебя собеседуют люди, которых ты потом и не увидишь, возможно, никогда. Вот. Мы были не настолько большие, чтобы нам это было нужно, поэтому всегда, если мне нужен был кандидат, либо кому-то вот из соседей моих нужен кандидат, вот, я принимала участие в собеседовании. Ну и вот мы все вместе сидели, там обычно там 2-3-4 интервьюера, может быть, и этот бедный несчастный кандидат. То есть это было как панельное такое, да, интервью? Да. Не одно за одним? Нет, не одно за одним. И оно не было никак, никаких стандартов заданных не было, у нас не было списка вопросов, которые мы должны задавать. То есть мы, в принципе, вольны были спрашивать все, что сочтем нужным. Ну и обычно как, каждый спрашивал про свое. То есть, да, я там спрашивала людей, а как бы вы свежую систему делали? Ну, то есть как бы вы понимали вообще, откуда свежие документы берутся, где их брать, с какой там частотой индексировать и так далее. Там, кто занимался каким-нибудь там ранжированием, спрашивала, как бы вы там ранжировали, ну и так далее. Хотелось бы вот, ну, логичного завершения. Почему ты ушла из Яндекса? Это было как-то связано с переездом? Наверное, если бы так не сложились обстоятельства семейные, я бы в Яндексе проработала до пенсии, потому что Яндекс — это One Love, что называется, лучшая компания на земле. Ну, по крайней мере, на тот момент это было прекрасное место для работы, и чудесные люди, и интересные проекты, и это, ну, это нельзя было, это не работодатель, это как семья твоя была, да. Вот. Но у меня по семейным обстоятельствам нужно было переезжать сюда, и поэтому, конечно, я там до последнего тянула и пыталась. Сначала мы думали, может быть, поработать мне из этого офиса. У нас тогда был тут офис в Калифорнии, вот в Сан-Хосе. Вот, и я даже пару месяцев поработала удаленно, и все было хорошо, и мы думали, я думала, что сейчас, может, мы поговорим о каком-то переводе. Но потом случился кризис в России, и этот офис закрыли. Поэтому мне пришлось, в общем, принять это нелегкое решение и уволиться. Ты уволилась. И, естественно, ты стала искать новую работу. Оказалась на рынке труда, да. Оказалась неожиданно на американском рынке труда. Расскажи, с какими сложностями ты сталкивалась, вот, когда искала работу? И вообще, как устроен этот процесс в Америке? Чем он отличается? Ну, во-первых, очень много мифов вокруг поиска работы тогда в моей голове существовал, ну, с которыми со мной поделились мои там приятели, коллеги, например. Которые, ну, например, что женщина работающая женщина в Силиконовой долине – это вымирающий вид. Как мне тогда сказали, да. Ну что, куда ж ты едешь, ты что, собралась замуж, варить борщи и детей? Я говорю, нет, почему? Говорю, да ты что, ну, что там будешь делать, кем ты там будешь работать? Вот, и у меня был, конечно, безумный страх, а кем я буду работать? Код я не пишу, я не программист, да, что еще? А я тогда не понимала вообще, существует ли такая же роль здесь. И мне казалось, что если она и существует, то она другая, возможно, и, возможно, Яндекс — это такая специфичная очень компания, да, и, возможно, программисты русские, они другие, а здесь совершенно там с другой планеты люди. Ну, то есть я вообще не понимала свои ценности, вообще возможно ли теоретически, что я найду такую же работу. Я знаю еще один такой, назовем его тоже миф, о том, что единственная IT-компания, ну, может быть, вообще единственная компания в России, которую знают в Америке, это Яндекс. Вот можешь ты подтвердить или опровергнуть? Ну, скажем так, в больших компаниях, типа Гугла, Фейсбука и так далее, знают, конечно, не все. Ну, то есть, если, естественно, все русскоязычные, конечно же, знают, и те, кто общается с русскоязычными, знают. Вот. Ну, например, европейцы,
Про Яндекс точно знают. Вот у нас, я работаю сейчас в европейской, во французской компании, и много моих бывших коллег, очень много моих бывших коллег работают во французском нашем офисе, и здесь несколько. Вот, поэтому, когда я по привычке говорила, что я работала в Яндексе, и сразу объясняла, Яндекс — это Russian Google, они говорят, да-да-да, мы знаем, что такое Яндекс, конечно, мы знаем. Расскажи о той компании, в которой ты сейчас работаешь. Чем вы занимаетесь? Я работаю в компании Criteo. Это французская компания, которая занимается онлайн-рекламой. То есть наш основной бизнес — это ретаргетинг. Это мы собираем всю информацию о пользователе, о его поведении на сайтах наших рекламодателей. Ну, рекламодатели в данном случае – это какие-то ритейлеры, например, Macy's или Target, Kohl's и так далее. Вот. И потом на основе этой информации мы понимаем, какую рекламу тебе нужно показать на сайте, на сайтах, там их тысячи, но основные, конечно, это Google и Facebook, какую рекламу нужно тебе показать в данный момент времени, чтобы ты с большой вероятностью кликнул, а еще лучше купил. Угу. Вот. Ну а как устроен рабочий процесс вот в этой компании? А самое интересное, чем он отличается, ну, от российской компании, условно говоря, от Яндекса? Угу. Ну, возможно, сейчас он уже от Яндекса не сильно отличается, потому что Яндекс тоже стал очень большой, и наверняка там больше внимания уделяется процессам, чем когда я там работала. Здесь примерно так устроено. Наша продуктовая команда раз в 3 месяца приносит нам, у нас называется 9-month plan. Ну, то есть их продуктовое видение на следующие 9 месяцев, где бы они хотели оказаться через 9 месяцев. Вот. И на основе того, что они нам принесли, ну, так как у нас есть какие-то свои технические проекты, там, инфраструктурные и так далее, нам нужно составить квартальный план. Ну, чтобы и по возможности их нужды удовлетворить, ну, продуктовые команды имею в виду, и наши технические проекты тоже запланировать. Вот. Ну и потом в течение квартала мы отслеживаем, там, получается у нас сделать то, что мы запланировали или нет, обсуждаем, если приоритеты изменились, что-то убираем, что-то добавляем. Тебе приходится много общаться с людьми, правильно? Mm-hmm. И с инженерами, и с продуктами. Можешь ли ты назвать какие-то отличия, если они, конечно же, есть, между тем, ну, например, программистами, которые в России, да, русскими программистами, и местными mm-hmm. программистами? Вот какие есть отличия в коммуникациях, mm-hmm. например, с ними? Ну, я бы самым большим, наверное, отличием назвала, что называется, cultural difference, и то не со всеми нациями. Ну, например, русским крайне легко работать с французами. Ну, потому что они, на удивление, ну, для меня это было удивительно, очень похожи на русских. По ментальности, по вот этой прямоте, за что русских там недолюбливают, французов тоже за это недолюбливают, они точно так же могут тебе в лицо рассказать, что все плохо, все не так, все ты делаешь неправильно, вот. А, например, если говорить о азиатских странах, ну, в нашем случае это Китай в основном, да, то там другая ментальность, и к ней нужно привыкать, потому что нам друг с другом сложно, то есть мы в их вселенной какие-то грубые, перебивающие друг друга, неуважающие, понимаешь, никого люди, а они в нашей вселенной, ну что ж ты молчишь, что ж ты не спрашиваешь, что ж ты не споришь, вот, то есть они очень такие вежливые, очень закрытые, и поначалу мне было сложновато, конечно. А что касается программистов из Индии. Mm-hmm. Я знаю, что среди русскоязычных программистов, может быть, я mm-hmm. с такими сталкивалась, такое бытует мнение, что, ну, программист из Индии равно не очень mm-hmm. программист. Вот в твоей практике, это ты можешь подтвердить это или опровергнуть? В моей практике
Я категорически не согласна с этим. То есть я допускаю, что, наверное, там их много, тех, кто не очень, но как-то то ли Критео так повезло, то ли как-то так получилось нанять. Да, конечно, были не самые удачные разработчики у нас из Индии, но несколько ключевых разработчиков, прекраснейшие люди, прекраснейшие разработчики. Ну, то есть у меня вообще никаких претензий вообще нет. Ну, вот мы с тобой поговорили о русских, о французах, о китайцах, об индусах. С американцами тебе приходилось сталкиваться? Да, кстати, на мое счастье, с американцами мне пришлось столкнуться где-то через год моей работы, слава богу, не с самого начала. Потому что, конечно, с самого начала и английский был не идеальный, и мне было сложно на слух понимать и так далее. Вот. А где-то через год наша компания купила стартап американский с двумя офисами в Нью-Йорке и в Ан-Арборе, это в Мичигане. Вот, где, ну, прямо чистейшие американцы, чистей не придумаешь. Вот, и там, конечно, свои особенности, ну, основная особенность такая культурная, что если тебе американец говорит «окей», а в твоей-то русской вселенной, ну окей, значит, все нормально. На самом деле все ужасно, все переделать, какой кошмар, никогда-никогда. И поначалу, когда ты там привык с французами, которые, у которых окей, значит, окей, грейт, значит, грейт, было сложно. И им с нами сложно, и нам там с ними сложно. Вот насколько интересность проекта влияет на твою работоспособность? Приходилось ли тебе работать, например, над какими-то скучными, неинтересными проектами? Ну, скажем так, интересность проекта, она трудоголизм мой как-то очень обостряет. Вот, потому что если проект интересный, ну вот в Яндексе, например, было зачастую так, что... Ну, я была там в этом не одинока, это была такая часть культуры, да, что мы работали, я не знаю, 9-10 вечера, 11-12, иногда до двух, если надо делать, и ты делаешь что-то интересное, что вот-вот потом будет в продакшене, и что ты прям потом увидишь, как у тебя, там, не знаю, количество пользователей выросло, или какие-то там метрики сильно улучшились. А по поводу неинтересных проектов, ну, у меня спасает то, что у меня обычно проектов параллель очень много, ну, потому что, например, здесь у меня там 4 команды, вот, у которых я EPM, вот, и, значит, в параллель идет, ну, штук 30 проектов, вот, и, соответственно, я как-то могу как-то углубляться в более интересные мне, скучные как-то делать по минимуму, либо делать так, чтобы делегировать больше разработчикам, ну, чтобы, в общем, не сильно вовлекаться. А как ты переключаешься между проектами? У тебя их столько много. Все записываю. Ну, то есть тебе... Сложно, сложно. Ну, то есть есть какое-то критическое количество, после которого становится совсем сложно. Вот. То есть до какого-то количества нормально. То есть примерно оно как-то в голове укладывается. Вот. И когда становится слишком много, ну, то есть я перед встречей, даже если мы, вот, я не знаю, вчера об этом говорили, я открываю документ, говорю, сейчас, подождите, я загружу в кэш. Загружусь, да. Считаю, ага, все, давайте говорим. Ну, потому что, ну да, конечно, там оперативной памяти не хватает. Ты сказала, что в Яндексе вы там часто работали до 11, до 12, а про американцев обычно говорят, что они жуткие трудоголики. Вот что ты можешь сказать? Ну вот если говорить про наш офис в Нью-Йорке и в Ан-Арборе, не могу этого подтвердить. Никого не видела там после 6 точно. То есть обычно в 5 уже так сильно пустеет, в 5:30 практически пусто. Может быть, они работают там с 6 утра? С 9. Нет, у них такой work-life balance, в общем, что надо. А какие у тебя у самой планы на карьеру? Вот как ты себя видишь через 5 лет? Наверное, на собеседовании тебе задавали такой вопрос? К счастью, нет. Потому что у меня на него нет ответа. Я не знаю. Не знаю. Я, конечно, задумываюсь об этом, и даже после того, как задумываюсь, я не знаю. Потому что, ну вот если говорить об этой роли, да, во-первых,
она, как я уже говорила, она очень специфичная. То есть, да, это не программист, где ты вот перешел из одной компании в другую, и ты будешь писать тот же примерно код, но только, возможно, на другом языке, да. Вот. А у нас это действительно очень зависит от того, что конкретно там делает компания и так далее. Это раз. Два. Таких, как мы, примерно в 10-15 раз меньше, чем программистов. Очевидно, да. Три компании, в которые бы ты в первую очередь отправила свое резюме? Ну, Facebook, конечно же. Потому что я прям очень-очень восторженных отзывов бывших коллег много слышала. Я все-таки, если и буду менять работу, то я все-таки буду смотреть в сторону каких-то больших компаний. Во-первых, потому что понятные процессы, ну, то есть понятно примерно, что делать, да. А во-вторых, если компания большая, то если там твой проект закрыли или не сложились там отношения, или что-то не сложилось, то ты можешь переместиться, да, на другой проект. Ну, тогда напоследок парочку советов для тех, кто переезжает. Можно жизненных, можно связанных с поисками работы моим подписчикам. Ну, первый совет, наверное, такой банальный. Учить английский язык. Как, например? Что в твоем случае помогло тебе? Ну, я там по всем фронтам занималась английским, потому что я-то думала, что у меня там upper intermediate, а когда ты приезжаешь сюда и погружаешься в эту пучину, еще такой языковой барьер меня накрыл так конкретно, то есть я боялась разговаривать. Ну и поэтому, в общем, все стандартно. Исключить русский язык, насколько возможно, слушать на английском, смотреть кино на английском, с английскими субтитрами, лучше без, разговаривать на английском, неважно, с носителями или нет, ну, потому что носители ты тут не найдешь. Вот, ну, и, соответственно, я вот ходила на курсы там в комьюнити колледж, на все курсы, которые я могла ходить, я ходила, потом у меня был преподаватель в Skyeng, вот мы занимались, по-моему, 3 или 4 раза в неделю, ну, то есть по максимуму, по всем фронтам заниматься языком. Что... Помимо английского языка, что еще нужно, чему нужно быть готовым? Я бы, наверное, поизучала бы вопрос. То есть, если вы в какую-то конкретную компанию едете, то, ну, наоборот, даже если не в конкретную, думаете, куда-то еще оффера нет, то я бы поизучала, как там в компании все устроено, чего там примерно ждать. То есть, в принципе, этой информации навалом в интернете, Глаздоры, форумы и так далее, которые, в принципе, понятно, что в больших компаниях все по-разному, но довольно много можно узнать. Либо, ну, я бы разговаривала с людьми, да, то есть так как у меня довольно много бывших коллег везде, вот, и я, в общем, многим из них докучала и просила рассказать, как. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось, и вы будете ждать продолжения интервью с Катей Вебер. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. На этом все, всем пока!